Россию! Здравствуйте! 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 У нас в гостях человек-певец, человек-музыкант, человек-легенда Григорий Лепс! Гриша, привет! Привет! В этом году Григорию Лепсу исполнилось 60 лет, друзья. Yeah. Да. Своему 60-летию Григорий, внимание, прошел 60 километров за 8 часов 17 минут. Ну, это невероятно. Класс. Ну, сразу хочется такой каламбур. Как ты решился пойти на это? Следующий хочу пройти 100. 100 километров? На следующий год? Или в 100 лет? Могу сейчас пойти. Сейчас не надо. Подождите, Григорий, подождите. Да. Нет, на самом деле, я не представляю себе, ну так вот пройти. Мне вот 40 лет. Мне 40 лет. Ну какие 40 километров? Я в жизни ходил 3. Да нормально пройдешь. Со мной пройдешь. Но на самом деле Харламов установил на свое 40-летие тоже рекорд. Он проспал 40 часов. И опоздал на съемки. Знаете, на сколько? На 40 часов. Ну, в принципе, это несложно, ребята. Если хочешь, ты обязательно пройдешь. Никаких проблем в этом нет. Идешь себе, идешь, думаешь о своем, о высоком, о Полине Гагариной. Я люблю Полю, она прекрасная певица, прекрасная девушка. Я на нее равняюсь. Да. Ну, вот вы сейчас вот примерно одинакового роста сейчас. В принципе, она чуть-чуть повыше меня, как бы. Ну, когда встает. Ну, я длиннее, она выше. Нормально. У нас так с Пашей. Когда встает у нас Паша, я длиннее, он выше. Ну, когда пройдешь 60, там уже, я тебе говорю, не до этого. Ты знаешь же, кто с водкой дружен, тому не нужен. Ну вот, как бы нащупали. Неплохо. Пословицы пошли и поговорки. У Гриши, кстати, самая большая коллекция икон и самая большая коллекция очков. Ну, не самая большая, но очков, да. Больше 400 пар. У тебя в очков. Больше, да. Ну, у Элтона Джона 2000 очков, но он пользуется одним. Понятно. Кстати, куда ты дел мои очки, я тебе подарил? Мне Гриша подарил очки. Они золотые. Они золотые, и они розовые, поэтому вы на мне их никогда не видели. Когда ближайший концерт? Ближайший концерт. Когда он? Где он? Вчера был. Ну что ж, приходите вчера. Все приходите вчера. Я очень доволен тем, что я сегодня здесь в гостях. Спасибо огромное, что позвали. С наступающими праздниками всех и каждого в отдельности. Тебе спасибо огромное. Браво. Приходи к нам всегда. Григорий Лепс. Браво. Лишь... У нас в гостях люди, которых в 15 веке сожгли бы на костре. Но в наше время они знаменитости. Хотя и выглядят, как будто их уже пытались сжечь. Братья Сафроновы. Ребята, привет. Здрасте. Согласно рейтингу Forbes, братья Сафроновы – иллюзионисты номер один в России. Поздравляем вас. Поздравляем, да. Это мне кажется, корень этого достижения в том, что никто не знает, кто иллюзионисты номер два в России. Честно говоря, да, кто иллюзионисты. Есть хотя бы какие-то конкуренты, эти известные какие-нибудь, братья Афанасьевы? Сестры Мнат. В России единственные иллюзионисты, братья, это три человека, мы. И больше в мире нету ни одних таких братьев-волшебников. Ребят, слушай, вы уникальны. Может, вы сейчас что покажете что-нибудь? Там? Ой, есть с удовольствием. Есть какой-нибудь, который вот можно прямо сейчас здесь, чтобы люди сказали? Да, сходу просто. Да, с удовольствием. Так. Значит, сейчас мы покажем вам фантастический эксперимент, который не имеет аналога в мире. Итак, сразу давайте обратим внимание. Вот такие у нас есть мини-мольбертики. Вот здесь, вот все, пусто. Вот здесь пусто, да? А здесь что? А здесь что? Тебе это уже не понадобится. Это понадобится Андрею. Значит, на своих мини-мольбертиках будете фиксировать важные моменты. Какие, я расскажу чуть позже. А пока нам, все, внимание. Нам чем-то писать надо? Да, есть? Я все взял. А, окей, спасибо. Итак, все внимание на Андрея. Погнали. Подождите, а я нафиг не нужен в этом фокусе? Просто я что-то перебираю, тут стою. Ты для этого и нужен. Вот тебе ручка, ага, ладно. Нет, ты тоже нам нужен. Оставайся здесь рядышком. Я буду болеть. Да, болей, переживай, сочувствуй. Итак, это будет чистый эксперимент, ничего заранее не подстроено. Обычно все фоксники засучивают рукава, когда показывают фокусы. Я засучу и рукава, и брюки. Для чего это, узнаете в конце фокуса. Вот от носки. Итак, чтобы все было по-честному, Гарик, брось этот шарик так в зал. Кто поймает, начинает с нами играть. Лучше Гарик, спиной, шарик. Так что прям вот так? Не знать, куда полетит. Просто швырять и все.
Как будто на свадьбе на какой-то я. Да. Кто поймает? И... Ай! Все, встаньте, вот он, пожалуйста. Автоблогер. Просто громко назовите слово, которое первое приходит вам в голову, пожалуйста. Автомобиль. Хорошо, слово автомобиль. Давайте поле, так поле и запишем. Чудес, один в один. Бросьте дальше шарик куда-нибудь подальше. Чтобы, а то что все думают, что, может быть, здесь договорились. Так, отлично, кто поймал? Встаньте, чтобы вас все видели, чтобы все было по-честному. И скажите одно любое слово, какое хотите. Медведь. Слово медведь, да? Отлично. Хорошо, бросьте этот шарик дальше в любую сторону. Куда-нибудь подальше забросьте. Так, отличный бросок. Так. Кто поймал? Выходите к нам. Давайте, давайте, смелее, выходите к нам. Проходите к Андрею. Проходите к Андрею. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, у меня есть колода игральных карт, чтобы все видели, что я ничего не подтасовал. Помогите мне, подойдите ближе. Помогите мне, возьмите микрофон так, чтобы я мог в него говорить. Покажу сначала всем. Карты все абсолютно разные, видите? Все карты разные. Укажите на одну любую, какая вам нравится. Просто укажите пальцем. Вот это. Я ничего не подтасовываю, возьмите ее. Покажите, покажите всем, что это за карта. Четверка Буби, да? Так и запишем. Четверка пишите. Буби. Четверка Буби. Сегодня, до начала съемок, я сделал предсказание. И спрятал в надежное место, к себе в ботинок. Я попрошу оператора снять крупным планом мои туфли, чтобы все видели, что я ничего не подтасовываю, делаю все медленно. Подойдите ко мне все ближе, смотрите, я аккуратно снимаю туфли. Да, видно. Видите, там маленький сверточек у меня, сейчас я вытряхну. Да. Так. Вот он, маленький сверточек, достаньте его. Да. Давайте, вот вы доставайте, доставайте. Туфли я надел специально чистые. Так, аккуратно достаньте, чтобы никто ничего не заподозрил. Разверните. И покажите всем, что там написано. Так, поверните в зал, чтобы все увидели. А вы сверяйте. Слово «автомобиль», «медведь» и «четверка Буби» да все совпадает! Все совпадает, друзья! С наступающим Новым годом! И добро пожаловать на наше шоу «Покорите лесники 2.0». Мы не такое можем. Посмотрите на лицо Харламова. Очень удивлен человек. Сжечь их! Братья Сафроновы, аплодисменты! Спасибо огромное! Всех хорошего вечера! Браво! Спасибо огромное нашим гостям. Это Comedy Club. Давайте начинать! На сцене Антон Иванов, Костя Бутузов и Рома Сафонов. Ситуация очень простая. В офисе компании. Сань, братан, а зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет, а? Здорово, Дима! Привет, родная душа! Привет, Санек! Присаживайся, есть разговор. Что за разговор? Ну, по поводу нашей компании, которая, как ты помнишь, называется «Три друга и Ко». Да. А ты помнишь, почему она так называется? Ну, конечно, потому что много лет назад три лучших друга, я, ты и Игорь, создали эту компанию, которая называется «Три друга и Ко». Все верно. И все это время мы зарабатываем деньги и делим на три равные части. Угу. Все 2 миллиона на три. Угу. Ну, два как-то плохо на три делится, да, Сань? Ну да. Ты понимаешь, к чему я клоню? Ну, надо больше зарабатывать. Прекрасная мысль. Зарабатывать больше — это супер. Но я бы для начала на меньше делил. Не на три, на два. Понимаешь? Нет. Сань, слушай, я предлагаю избавиться от Игоря. В смысле от Игоря? Мы же с ним дружим с первого класса. А мы не перестанем с ним дружить. Мы просто отожмем у него долю в нашей компании, и все. Кинем его через бедро. Трахнем его в амбиции. Напихаем ему в светлое будущее. Но мы продолжим с ним дружить. Ну а что, так можно? Да, конечно, брат. Это Москва. Здесь принято идти по головам. Тем более нам идти-то одну маленькую голову. Слушай, ну если это Москва, то я согласен. Давай швырнем эту тварь. Давай, сейчас ему и сообщим, да? Давай, давай. Игорёша, родной, зайди, пожалуйста, ко мне. О, ты здорово! Обниму. Ну, спасибо. Спасибо. Слушайте, парни, пока не забыл. Смотрите, на субботу ничего не планируете? Я заказал столик в ресторане. Отметим 20-летие нашей дружбы! А, прикиньте, только попробуйте не прийти, окей? Я обижусь. О, мы 20 лет уже дружим, оказывается, да? Классно. Кстати, кто помнит, как мы познакомились? Ну, здрасте, приехали. Я тебя из речки вытащил, когда ты тонул.
Точно, ты же меня еще из речки вытащил. Так, подождите. А чё вы меня позвали, друзья мои любимые, а? Сань, может, ты расскажешь, а то он все-таки меня из речки вытащил. Ну, давай, попробую. Значит, Игорь, смотри. Мы вот решили вышвырнуть тебя, как дешевую шмару из кабины КамАЗа. Не понял. Я тоже. Давай я. Игорёш, не пойми неправильно, мы просто хотим отжать твою долю в компании. Вы что, охренели, что ли? Не-не, Игорёш, не обижайся, в субботу мы будем, все нормально. Да, будем. Да какая нахрен суббота, а ты что сидишь? А, ничего не забыл? Так ты меня из реки тащил? Да хрен с ней, с этой рекой! Как мы утром договаривались кинуть его! А, это я помню, конечно. Только ты быстро убежал, я что-то занервничал и передоговорился. Ребят, это Москва, здесь нормально передоговариваться. В смысле ты передоговорился? Вообще-то это моя идея кинуть третьего, а в итоге вы кидаете меня, блин. Это Москва, тырить чужие идеи, это норма. Так, подождите, то есть еще утром ты хотел кинуть меня? Нет, это он хотел кинуть тебя, а я его поддержал. Сейчас я хочу кинуть его, ты поддерживаешь меня, а он никого не поддерживает, и мы хотим кинуть его. То есть тебе вообще все равно, кого кидать? Ребята, ребятушки, вы мои два лучших друга, поверьте, будь моя воля, я бы с удовольствием кинул вас обоих. Подожди, то есть чисто теоретически мы сейчас с Игорем можем передоговориться и кинуть тебя? Не хотелось бы, но, конечно, можете, я все пойму, это Москва. Слушай, хорошая идея, давай кинем его. Да пошел ты нахрен, а? Ты еще утром хотел меня кинуть, когда никто никого кидать не собирался, а? Это с тебя все началось. Ходит тут дружелюбная мразь, давайте 20 лет дружбы отмечать. А знаешь что, я не приду. А знаешь почему? Потому что я буду спать с твоей женой, понятно? Подожди, ты... Ну ты же просто хочешь меня обидеть, правильно? Нет, я просто хочу спать с твоей женой, чем последние 8 лет с успехом и занимаюсь. Чё? Подождите, ребят, не хотел бы вмешиваться, но это Москва. Спать с чужими женами — это нормально. Да чё в этом нормального, а? Ты... А чё, вот я, например, сплю с его женой. Чё? Ты и моя жена, вы спите? А чё, ты спишь с его женой, он спит с моей женой. Остаюсь я и твоя жена. Чем нам заниматься-то ещё? Мы хотим спать! Это Москва! Здесь все хотят спать! Так, подождите! То есть ты знаешь, что я за твоей спиной сплю с твоей женой? Конечно! Но если честно, за твоей спиной я иногда сплю со своей женой. Это Москва! Здесь такое бывает! Так, подождите, то есть если мы все эти годы за спинами друг друга, спим с женами друг друга, от кого наши дети? Ну смотри, мне кажется, что твоя старшая дочь моя. А мой младший сын его, а его близняшки одна твоя, другая моя. Ну, если честно, я не удивлюсь, если наши дети вообще других людей. Это Москва! Так, стоп, подождите, я запутался. Кто кого предал, кто с кем спит, у кого чьи дети, ни хрена не понятно. Из понятного только то, что это Москва! Согласен, мужики, это очень сложно, поэтому давайте сделаем схему предательства. Давай. Смотрите, есть три закадычных друга. Угу. Должно остаться два гнилых. Что мы имеем? Ага. Саня имеет жену Игоря. Угу. Игорь имеет мою жену. У жены Игоря есть дочка Сани и мой сын. У моей жены есть двое близняшек и сын Игоря. Так, кто из нас предатель? Это, возможно, я, и либо Саня, либо жена Игоря. Либо это Саня, Игорь и моя жена. Так, и что получается? И получается, это Москва. Да блин! Да это тупик какой-то, блин! Парни, ну не надо, ну никто нам не обещал, что кинуть друга будет легко. Так, да, друзья, давайте откровенно. Каждый из нас троих считает, что он заслужил остаться одним из двоих, кто останется. И в будущем кинет второго, который остался незаслуженно, так? Ну, если простым языком, то да. А что тогда ждать? Если мы все такие конченые, пускай в итоге останется один самый конченый. Подождите, если самый конченый, то точно должен остаться я. Потому что я отдал денег толпе армян, чтобы они тебя отметелили. Вообще-то я их перехватил, дал денег, чтобы они отметелили Диму. Тихо. Армяне меня даже пальцем не тронули. Я им заплатил, и они уехали. Так, подождите, то есть армяне просто приехали, уехали и три раза заработали? Это Москва! А это армяне! Да что ты заладил, блин? Это Москва. Мы все оправдываем этой Москвой. Мы все сюда приехали из Усть-Кузьминска. Мы просто кучка гнилых, амбициозных провинциалов. А Москва, по-твоему, что? Блин, точно, это Москва. Ну, нет.
Ребят, слушайте, ну это же предел какой-то. Ну мы же 20 лет дружим уже вместе. Почему эта Москва влезла в наши жизни и ссорит нас? Давайте плюнем на эту Москву, давайте плюнем. И уедем обратно в Усть-Кузьминск, а? Подожди, ну если мы уедем, мы будем меньше зарабатывать? Ну? Так что получается, либо ты гнилой, но с деньгами, либо честный, но без денег? Это почему? Потому что это Москва? Нет, брат, потому что это Россия. Честно, я думаю, что в какой-то момент они уже не будут выступать в нашей программе, но это продолжается. USB. USB здесь, здесь все, Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин. Ну чё, как мы выглядим, а? Опа! Новая коллекция. Original Zara from Караганда. From Казахстан, без лов, в баулах 15 суток на фуре. И вот мы такие нарядные. Ержан, брат, Рахмет за тряпки. С наступающим! А я хочу поздравить с Новым годом всех девчулечек, всех девчоночек, всех чекуль-чекулечек. Хочу пожелать, чтобы в Новый год вы нашли своего Санта-папика, присели к нему на ушки и загадали самое сокровенное желание 14 Pro Max на 1 терабайт. Я своей Санта-мамике такое загадал. Да. Никитуса, а ты что молчишь? Ты что, своих поздравлять не будешь? А я Никита, моя тема Госдумы закрыта. Все. Пока. Короче, мы что вышли-то? Мы с коллегами сейчас занимаемся туристическим бизнесом. Only. Не, просто реально, Европа закрыта, а отдыхать-то хочется. Короче, мы хотим пригласить всех на новогодние праздники в город Сочи. Презентацию нашего тура смотрите прямо сейчас на экране. И сочинская турагентческая отдыхательно-кайфовательная Вася фирма «Шаш-Чач-Чурч-Тур» представляет, ой, какие горячие туры на уф, какие новогодние праздники, а уф, какой город Сочи. Лететь с Москвы до Сочи 3,5 часа, то есть всего 2 часа по старому времени. От аэропорта до нашего отеля вас отвезет комфортабельный «Мерседес». «Мерседес» Ашотович на своем «Жигуле». За веселыми разговорами вы не заметите, как пролетят 7000 рублей. По приезду вас ждет отель с видом на отель, с видом на отель, который с видом на море. Этот красавчик отель живо вписан в живописнейшее подножие горы Ахун. Добро пожаловать в Патагонию. Лови Патагонию вайб вместе с нами. В новогоднюю ночь в нашем ресторане вас ждет незабываемая шоу-программа. Только для вас, только у нас. Новогодний стендап-баттл. За шашлыки свинины поборются. Зарубежный комик из Абхазии Тимур Сашатания. И легенда сочинского стендап-клуба Валентина Катамаранова с монологом Павла Воли. Лейсян, я люблю тебя. 22:30 со своими фокусами не выступят братья Сафроновы. Потому что что это за фокусы? В ноябре они стоят 50 тысяч, а в декабре 700. Где я им предоплату возьму, если я их кинуть собирался? Ау, ай, ай. А что у нас за кухня? Я свои пальцы лизал. Устрицы в аквариуме, лангустины на льду, омары в шампанском и другие красивые названия салатов с барабулькой. 22:00 вынос шашлыка. 22:30 вынос люля. 22:45 вынос мозга, потому что на сцене появится Эдуард Таворотов со своими песнями «Шепот
своих, ну, по снегу белому лежу, а где-то горы-горы, а за ними-ними мы нашли этого исполнителя. Как он поет, я свои слезы из колена собирал. 23:55, смотрим выступление нашего Владимира, красная кнопочка Владимировича. После того, как часы пробьют 12, выпиваем в VIP-зале, выходим на улицу и смотрим новогодний салют. По-любому кто-то запускать будет. Утром 1 января свежевыжатый сок всем свежевыжившим. И сразу перед завтраком фестиваль вина молодое божоле в старом жигуле. Какой виноделем люди умирают. Короче, кем бы ты бы ни был бы, москвич, санкт-петербургер, нижнец, новгородец, самаритянин, гусинец, хрусталинец, тюменянец, читец, петропавловская камера, Чацкачанин, приезжай в Бадахун, отдыхай, как белый человек на Черном море. Этот год, ребята, я поздравляю всем, что он завершается. Аплодисменты. Тяжелый был год. Непростой был год. Понятно, что все следили за одними и теми же новостями, вот за тем, что в мире происходит. И на фоне всех этих событий многое осталось несправедливо незамеченным, ребята. Итак, итоги года, которые мы не заметили. Под ваши аплодисменты. Давайте. Кто-то, допустим, помнит, что в этом году была Олимпиада. Олимпиада была в этом году. Один человек просто. Это вот ты, которую не взяли. Да-да-да, была. Олимпиада, ребята, мы уже забыли, что это такое. Это мероприятие, на которых вот 5 колец открываются, пока у нас одно кольцо весь год сжималось. Вот это вот она. Олимпиада. Кто Грэмми получил в этом году? Никто не помнит. Кто Оскара получил? Никто не помнит. Помним, что Крис Рок получил похлебальник от Уилла Смита. Все, больше ничего не помним вообще. Не заметили столько громких расставаний. Ребята, в этом году развелись Тарзан и Наташа Королева. Да, да. Они были вместе 19 лет, ребята. Теперь мы знаем, что 19 лет приватов — это максимум, сколько выдерживает человек. 19 лет, все. Этим летом распалась пара. Футболист Жерар Пике и певица Шакира. Это как Тарасов и Бузова, только у них и футболист настоящий, и певица настоящая. Ребят, сумасшедший год. Весь год не замечали Киркорова. А Киркоров старался. Он всеми способами пытался обратить внимание на себя. Слушайте, да что там говорить, недавно, вот буквально он ездил с концертами в Казахстан. Я думаю, что он перед концертом сидел в гримерке и думал: так, смутное время, в мире неразбериха. Еще и в Казахстан я приехал, страна со строгими нравами. Что бы сделать такого безобидного и незаметного? И выступил вот так! Посмотрите, он понял, что эффект не тот, который он ожидал. Ой, ай-яй, ай-яй, давай! Верните подтанцовку! Ай-яй! Кто-то прикройте меня! Сюда! Здесь, может быть! Может быть, там! Так, ты что делаешь? Все, я пошел в зал и пошел в зал. Скрылся там. Слушайте, мне кажется, когда подтанцовка его там прикрывала, он делал вот так. И дальше шел вперед. Честно. Посмотрите внимательно. Это последствия того, что бренды ушли из России. И я на него смотрел и думал: а где я видел этот костюм? И вспомнил: а вот где! Честно, я не думал, что когда-то скажу это, но Лолите идет.
Слушайте, можно, пожалуйста, убрать Лолиту? Уберите Лолиту. Я сказал сейчас как Цикало. Можно убрать Лолиту, пожалуйста? На самом деле Киркоров красавчик, он король эпатажа, он звезда, он там еще отлупил всех на концерте цветами. Аплодисменты Киркорову, Фил, мы тебя заметили. Но есть кое-что еще покруче. Итак, внимание, 64-летняя Мадонна похвасталась новой грудью без белья. Саня, Рева, я хочу обратиться к тебе. Вот бабушка легкого поведения. Это вот она. Слушайте, я думаю, что если она опустит руки, просто батруха вот здесь проявится у нее. А вообще, если честно, мне кажется, у нее за спиной стоит чувак, который натягивает ей кожу остальную. У нее там такая фигня от хинкальки сзади. Такой хвостик небольшой. Еще была одна новость, которую мы все пропустили. Очень важная. Итак, покажите. Хакеры взломали официальный сайт. Давайте, чего? Кремля, нет, Пентагона. Нет, еще. Госуслуг. Нет, это невозможно взломать. Ребят, вы никогда не отгадаете. Хакеры взломали официальный сайт Игоря Николаева. Вы представляете, насколько хакерам нефиг было делать? С другой стороны, чё его взламывать? Просто пишешь пароль «Дельфин и русалка». И ты там уже. Ну, конечно. Покажите сайт Игоря Николаева. Посмотрите, это же усайт. Вы посмотрите, какое довольное выражение лица у Игоря Николаева. А знаете почему? А он прочитал новость, что Тарзан с Королевой развели. В глазах. А я тебе говорил. Во всех концах света происходили очень важные события. Очень важные. Итак, внимание на экран. Покажите. Премьер-министр Новой Зеландии разрешила возобновить секс-оргии из 25 человек. Возобновить! Ребят, я поизучал, надо пояснить. Дело в том, что оргии были разрешены. И их запретили на время ковида, чтобы люди не заражались. То есть, занимаясь сексом толпой по 25 человек, вы боялись, блин, ковида? Вы серьезно? Представляешь? 25 человек. Я даже не представляю, а что если будет 26 человек? Я вижу, как полиция накрывает эту вечеринку. Так, стоять, всем перестать чпокаться. Замерли? Считаем. 1, 2, 3, 6, 12, 14, 25. 26. Ну-ка, вынимай. Ну-ка, снимите с него его наручники. Наши, надейте на него наручники. Как не стыдно, ребята. Все как нормальные чпокаются скромно по 25 человек. Вы грешники. Вот же министр подписал закон. Вот же министр. Вот, мужчина, отойдите, пожалуйста. Вот, министр же. Перестаньте тыкать в министра. Ну, министр же. Вы же сами нарушаете. Что? Все, забираем ее. Все, в отделение. Нас как раз 24. Проходите с нами. Что это за новость вообще такая? А вот действительно историческая новость. Ребята, историческая новость. Итак, внимание, покажите. 8-миллиардный житель Земли родился, где бы вы думали? В Армении. Нас 8 миллиардов, брат! А? Слушайте, я знаю, как это произошло. Армяне же любят блатные номера. Я уверен, отец в роддоме с врачом стоял и говорил, а можно как-то, чтобы 8 и дальше нули, как у меня на машине, а? Слушайте, а как поняли, что в Армении родился 8-миллиардный житель Земли? Где этот центр статистики? Куда они звонили? Сколько, брат? 300 еще? Терпи, Ануш, терпи. Терпи еще, терпи. 250, терпи, терпи. Сейчас давай! Как это определить? Честно, год был сложный. И не было как-то повода для доброго сумасшествия, для безудержного, легкомысленного веселья. Поэтому я приготовил вам сюрприз. Я разучил танец. Хотите посмотреть танец? Да?
Ребята, потанцовка, выходите. Я с ребятами подготовил танец. Мы репетировали. Да, поехали. Ну что, все, понеслась. Музыка, под ваши аплодисменты. Блестят и светят, и мы решили, что никто нас не заметит. Познакомились в саду и дымовом, стояла ты в халатике кремовом, и глаза твои... Пойду в зал! И мы решили, что никто нас не заметит. Всех с наступающим, с праздниками всех! Молодцы, все молодцы! Все молодцы, молодцы все! Молодцы, красавчики! Я в Казахстан. Всем счастливо. Всем всего хорошего. Пока. Встречайте на сцене Гарик Харламов и Марина Федункия. Вечер, московская квартира. Так, ну все, все, пора спать. Так, смотрим, завтра новый день. Сколько нам ехать в дороге, показывает, что 24 часа. 24 часа до Красной Поляны показывает. А, это он по платной. Нормально вообще, слушай, я, чтобы по своей стране, на своей машине поехать, я еще и платить должен. Нормально они вообще? Охренели. Скоро не запердешь, деньги брать будут. О, мы тогда к Воронежу уже разоримся. Ладно, все. Все, спи, спи. Давай засыпать. Завтра у нас уже Сочи. Да? На все новогодние эти поедем. Праздники. На лыжи встанем с тобой. Это же мы с тобой всю жизнь прожили и ничего себе еще не ломали. Да? Все, набирайся сил. На отдых едем мы с тобой. А? Хычиновый шреддер мой. А? Глинтвейн-насоска моя. А? Все, жди, Красная Поляна. Ох, лавину тебе везу. Все. Спокойной ночи. Сережа, а там, говорят, гостиница, бассейн есть. А? Так я твои плавки с якорем зашила. Ой. Теперь это просто плавки. Якорь твой не видно будет. Спасибо. Спасибо, зайка, спокойной ночи. Спокойной ночи. Давай. О, да, детка, давай. О, да, вот так, хорошо. Ой, аккуратнее. Сережа. А, да, соска. Сережа, проснись. А, что? Проспали, что? По плавке ехать будем, да? Да нет, не проспали, просто ты во сне разговаривал. А, и что я там говорил? Ну, говорил там хорошо, хорошо. Сережа, а что-то мне такое снилось, что ты так стонал? Хорошо, хорошо. Да я не знаю, может, я не знаю, снилось, как я после дороги туфли снял. Не знаю, честно. Правда. Давай спать, правда. Не забивайся голову, ты тоже ложись, отдыхай, зайчик. Отдыхай, моя хорошая. Все. Сил набирайся. А то тебе еще 20 часов потом в дороге крутилек, дрочить вот этот холодно, жарко, тепло, холодно. Все. Спи, давай спать. Уже завтра в Сочи будем с тобой. Горнолыжница моя. Не зря ж тебе на работе вот эту карточку из спортмастера подарили на 3000 рублей. Мы на 46 тысяч купили этой фигни всякой. Все. Да ладно, спи уже. Все, завтра на детской горке выбьешь страйк из детей. Спокойной ночи. Спокойной ночи, спокойной ночи. Ну что, продолжим. О, боже, как хорошо. Вот так хорошо, да. Нет, кошку не выгоняй, пусть смотрит. О, садись сюда. Нет, не сюда, вот сюда. Сережа! А, кто? Опять? Кто, проспали, опять? Вы не проспали? Тебе опять там хорошо было. А я смотрю, ты прям на страже. Не дай бог, чтобы мне там где-то хорошо было, да? Сережа, я знаю твое хорошо.
Там далеко не то было. Это не то хорошо, когда ты ногти на ногах постриг, а потом на полу их все нашел, все 9. Что тебе снилось? Солнце, да я не знаю, я правда не знаю, серьезно. Ну не помню я, правда, дай мне выспаться, я тебя прошу, я не знаю. Пожалуйста, я уже специально подготовил, чтобы с утра поехать, чтобы ничего не делать. Зубы с вечера почистил я уже. Я уже чемодан вон в подъезд выкатил, я вон, обулся я уже, все, готов. Давай, все, спокойной ночи, дорогая. Люблю тебя. А дети спят уже? Да спят. Это хорошо. Может, это... Что? О, пошалим чуть. Слушай, ну я не знаю, завтра вставать, хотя... Ну давай, пошалим. А, ты чего делаешь-то? Ты что меня будешь? Что ты что делаешь-то? Ну так ты сам сказал, давай пошалим. Да я спал! Пошалим, блин. Тоже мне шалунья. Заранее предупреждать надо как-то. Ну, с утра вставать 22 часа перед, фиг знает куда, шалить захотела. Я бы заранее сказал, я бы шалаш помыл. Ладно. А кому там во сне предлагал пошалить? Да откуда я знаю? Я не уделяю такое внимание снам. Я же не гуглю с утра, к чему снится борщевик. К ссоре. Ой, у тебя все к ссоре. Что бы ни приснилось, все к ссоре. Кроме рыбы, она почему-то к беременности. Ну так сбылось же. Ну конечно из-за рыбы, а не потому что ты презервативы в ящике с нитками и иголками хранила. Конечно из-за рыбы. Все, спокойной ночи. Да уж спокойнее-то не бывает. Все, спим. Вера, Верочка, Верочка. Пожалуйста, не ломай мне жизнь, Вера. Я настаиваю на аборте. Только ничего не говори Гале. Пожалуйста, ничего не говори Гале. А ну встал! Что? Ты слышал, гад, что ты несешь, а? Что я несу? Верочка, не ломай мне жизнь, настаиваю на аборте. И не хочу, чтобы знала Галя. Так, Наташа, послушай. Я это не контролирую, Наташа, понимаешь? Мало того, что ты спишь с какой-то Верой. Так ты спишь еще с какой-то Галей и не хочешь, чтобы узнала Вера. Я вообще как-то в этой схеме фигурирую. Ты до такой степени мне изменяешь. Так, Наташ, давай так. Как тебе объяснить-то, я не знаю. Ты фильм с Ди Каприо смотрела? «Начало» называется. Там он как будто проваливается в сон, а в нем еще один сон. Видела такой фильм? Не видела. Ну так иди посмотри, блин. Мешает мне спать просто. Не знаю. Мне завтра ехать, фиг знает куда, она мне поспать не дает, все. Дай поспать, пожалуйста. Ой, нет, не надо, не надо. Не надо, это неправильно. Хотя давай попробую. Да, да, Игоречек, да. Она устал, псина похотливая. Кто? Какого ты Игоря сейчас вспоминал? Я не знаю никаких Игорей. А твой сменщик с работы? А, Игоречек. Игоречек, Игоречек, с которым ты стонал, это неправильно, но давай попробуем. Что у меня с Игоречком могло быть, я не знаю. Ну вот он пару дней назад на работу принес эту нутрию вяленую принес. Какая вяленая нутрия нахрен? Вот и я ему так сказал. Я говорю, Игоречек, это неправильно, говорю. А потом попробовал, оказалось вкусной. Ну, наверное, мне это приснилось. Слушай, Наташ, я прошу тебя, давай, копи силы, серьезно. Нам 20 часов ехать. Тебе еще 20 часов спрашивать меня, за что именно я в тебя влюбился. Все, давай спать. Все, спи, все. Сплю я. Спать. Алло. Я Дзураб. Сколько стоит человечка заказать? Да, дорого, конечно. Но жить я с ней больше не могу. Я подумаю, перезвоню. Алло, это опять я. Я подумал. Я нашел 7000 рублей, куда перевезти? Хорошо. Высылаю фото. Нет, это не Куклачев, это моя жена. Ты чё, скот? А? Охренел корягу? Скот? Во сне кому-то меня заказал. Всего за 7000, да мы кота дороже усыпляли.
все, я с тобой вообще не разговариваю. Живи там со своими нутриями. Ни на какую Красную Поляну я с тобой не поеду. Ну, раз так, что ж поделать, значит, не поедем. Ты чего, Харя? А? Ты специально это придумал, да, этот концерт, чтобы в Сочи не ехать? Да! Да, Наташ, не хочу я ни в какие Сочи ехать, ну правда. Просто хочу дома посидеть, нормально этот голубой огонек посмотреть. Там в этом году интрига есть. Хочу узнаем, кто из страны уехал, кто нет. Ну правда. Хочу вот, чтобы по всем углам у нас этот полисорб, вот так, полисорб стоял по всем углам, чтобы везде можно было нафигачить, Наташа. Хочу в Новый год, ну, простого, обычного, человеческого, семейного, алкогольного отравления хочу, Наташа. Ну, не хочу я ехать никакой в Сочи, ну, пожалуйста. Вот с другой стороны, молодец, что вот сказал. А то бы весь отпуск ходил бы недовольный, бубнил, а я бы даже не понимала, в чем дело. Ну, вот. Ну, не нравится Сочи. Тогда поехали в Териберку. Териберку? Mm. Что это еще за хрень? Ой, Сереж, это такое волшебное место под Мурманском. Там Левиафан снимался. Левиафан? Mm. Mm. Ну хорошо, любимая, конечно. В Териберку, так в Териберку. Поехали в Териберку. Давай, уже собирайся, а то уже утро. Сережка, золотой ты мой. Пошла собираться. Солнце мое, счастье мое, любимое. В Териберку, замечательно. Алло, я от Зураба. Заказ на Сочи отменяется. В Териберке ее завалить. И меня с ней тоже, пожалуйста. На сегодня это все. Спасибо огромное всем вам. Пока!